Хей, йо, гайз, с вами Шимики. Так, сразу. Мы проходим дальше игрушку про ниндзю, да? Погнали быстрее тогда, не будем медлить. Сразу спросим у мужичка, что это за локация. Так, а у меня получение ничего. А что будем следующее прокачивать? 125 стоит. Можно, в принципе, прокачать этого повелителя течений. Чем бы нет, он самый дешевый, в принципе, здесь у нас будет. Текущая локация. Заброшенный храм, да? Тут все в печальном. Почему? Она в занятиях по истории, мы полагаем, читали воронов. Ну да, понимаю. Любитель приключений редко слушает учителей. Если вкратце, то тут четырех главный монстр, который предпринимает. Так. Пренепременно убил бы тебя, если бы не вмешался герой покруче, чем ты, король демонов. Много столетий назад он привел свою армию в наш мир и разрушил человеческую твердыню, так, заставив людей уйти в укрытие. С тех пор он и восседает на этом троне. То есть это все, что осталось от человеческого наследия? Боюсь, что так, прости. Нет, я сейчас же пойду и свергну этого короля демонов. Нет, ты не первый. Нет, ты последний. Хорошо, блин, что-то... Чат-то ебать меня в глаза дают. Да, но я не могу просто стоять в стороне, пока какой-то злобный монстр злорасывает, глядя на мучения моих собратьев. Ты еще слишком слаб даже для того, чтобы одолеть его помощников. Я пойду. Курин, ты даже до входа не доберешься, не свалившись в какую-нибудь яму. Смотри, увидишь. О, в этом я даже не сомневаюсь. Так о чем ты хотел поговорить? Есть что-то рассказать? Может, тебе есть что-то рассказать? Ну, конечно, вот тебе одна история. Жила-была принцесса, которая искала для себя достойного мужа. Она разослала приглашение всем соседским принцам, указав, что главное свойство, которое ее интересует, чувствительность. И к ней потянулись искатели, надеявшиеся пройти ее испытание. Сегодня ты, мой гость, объяснила ему условия задачи принцессы. Все, что от тебя требуется, провести ночь на этой стопке матраса. Наутро она спрашивает принцев, как им спалось. Никогда еще так хорошо не высыпался, неизменно отвечал принцы, уверены, что доказали. Они не боялись темноты, да и как гости не доставляют хлопот, и всех их тут же отвергали. Но однажды особо чувствительный принц сообщил, что всю ночь не сомкнул глаз. Знаешь, что не так с этой горой матраса? Продолжил он. Они показались мне довольно удобными, но когда я лег, мне в почки словно вонзили вилку. На следующий же день он поженился. О да, эту историю знают все. Под горкой матрасов была горошина, чтобы особо чувствительные люди попросту не смогли уснуть. Да, но знаешь ли ты, что было дальше? Первые несколько недель все было замечательно, принц жаловался, не умолкая. Именно о таком парне она и мечтала. У него суп слишком горячий, то столовые приборы слишком холодные, эта музыка вдруг оказывается не слишком громкой, уж картины то точно были не написаны без вдохновения. Если одежда была пошита не из кусочка ткани, стихи оказавшись слишком предсказуемыми. И вот в одном прекрасный день, точно такой же, как и этот, до принцессы дошло, что она состоит в токсических отношениях. И мало того, что ее супруг был нытиком, так она еще и добивалась его выбрала. Так, еще она и добровольно его выбрала именно по этой причине. И тут же она поняла, что всю историю их любви была всего лишь историей о двух людях, чьи отклонения совпадали. Словно два кусочка пазла. Будучи невероятно скромной по королевским меркам, она поняла, что в своих проблемах была единственной
бесконтактной. Так, занялась своим личностным ростом, а потом развелась. И жила она долго и счастливо. Конец. Так о чем ты говорил? Что? Да, все. Можно уходить. Ой, в чем мне этот шрифт глаза дает, боже. Скорее всего, еще освещение нужно, лампочки поставить какие. Так, наверху что-то есть, да? Все, дальше я сюда не ходил. Я даже не читал эту херь, что мне сейчас рассказали. Нифига себе. Это тайничок. Яркое солнце. Да. Так, тихо, назад. Улучшение. Мне нужно... Сколько? 200. 200, 125. Да, все. Блин, жалко, что он рывок не может делать. Я предполагаю, что сейчас будет, они будут обваливаться, да, они типа хрупкие, я вижу, внизу. Да, они падают. Катакомбы. Ну и сейчас будет, если я к нему пойду, да, типа он мне скажет, ой, я ж предупреждал, что так будет. О, как же я испугался. Принял тебя за мертвяка. Что ты за существо? Никогда не доводилось столкнуться с фабиянами. Фабиянами? Мы племя строителей, по сути, мы очень трудолюбивы. Трудолюбивы, но над каждым из нас довольно проклятие, какой-либо страх. Именно эти страхи дали нам наши имена. И как зовут тебя? Некро. Боишься мертвецов? Некро? Значит, ты боишься мертвецов и при этом... А как-то оказался в катакомбах. Какая ирония, да? Я свалился сюда при попытке отремонтировать развалин... Так, развалины храма там сверху. И меня тут же парализовало от страха при виде уровня смертности, что здесь наблюдается. В общем, спасибо тебе за спасение. А теперь мне пора вернуться к работе. Да, наверх я уже точно не вернусь, я чувствую. Ага. Хорошо. Ой-ой-ой. Довольно я понял, как, что мне делать. Первое то, что я не могу бить. По этому бить. Чаще. Мне нужно красный огонек. О, кто-то пришел. Книга, это походу нам даются. О, кристаллыч. Отлично, 192. Как раз на прокачку хватит. Что, ты запустил 3 снаряда? Впервые вижу, чтобы они запускали 3 снаряда. Вилка готова, получена. Некромант. Во-во-во. Так, назад, вниз, вверх. Отхилился как раз, дали хилку, это отлично. Ух, просто
Там было, походу, легко задамажиться. Окей, погнали. Может, он нам расскажет, кто это был? Король демонов. Привет, как прошел твой эпический рейд на короля демонов? Но тебе удалось спасти мир и восстановить честь своего народа? Как нечестно, мост развалился. Но если бы твоя встреча с главным злодеем прошла прямо сейчас, приключение было бы куда меньше, верно? Куда меньше, верно? Текущая локация. Эй, тебе не удалось добраться до катакомб? Ну, и если ли что-то, о чем не следует знать? Да нет. Там все довольно стандартно. Скелеты и летучие мыши. О, и злые колдуны. Еще бы. Там даже целый некромант орудует. Жуть. Лише. Предлагаю тебе забыть об этих локациях. В окрестностях хватает. Так. Хватает и более оригинальных мест. Так о чем ты хотел спросить? Что ты знаешь? Это. А, что ты. Блин, ну я понимаете, в глазах оно и серое, и не серое. А, что ты здесь делаешь? Изучаю магию. А может и меня научишь? Да не то чтобы. Почему это? Тебе бы подготовиться. Подготовиться к чему? К магии? Ну, ты чего? Это ведь о ней ты спрашиваешь? Да нет, я просто. Поверь, научиться магии куда сложнее, чем удержать нить разговора. Так о чем ты хотел поговорить? Поболтать. Есть что рассказать? Может, тебе есть что рассказать? Ну конечно. Вот тебе одна история. Жила была одна старушка, и не было у нее ничего, кроме крошечной хижины и грушевого дерева. И звали ее мадам Навегода. Вся ее семья питалась исключительно Невегодами. Годами. И порой невзгод едва хватало, чтобы свести концы с концами. Как-то раз к ней явился голодный нищий. Он спросил, нет ли у нее еды, которую она могла бы с ним поделиться. Ничего подобного у нее не нашлось. Но сердце ее оказалось настолько уж большим, насколько печальным было ее положение. Так что она подала нищему немного безвкусного варева, что кипело у нее на плите, а потом угостила его грушами. Нищий снял накидку и оказался неким божеством. Он нарядился нищим, чтобы проверить, остались ли в этом мире доброта. Щедрость мадам Навегород тронула его, и она предложила исполнить ее желание. Да и угадай, она ничего не пожелала, и мораль этой истории в том, чтобы жить скромно. Нет. Ну, версия неплохая. Я продолжу. Она сказала, что люди часто крадут у нее фрукты, так что каждый день она рискует остаться без еды. И желание ее было простым. Грушевое дерево следовало зачаровать, чтобы она захватывала всех, кто пытается украсть фрукты, ловушкой и удерживать, пока хозяйка не решит освободить их. Божественный гость выполнил ее желание и ушел. Время шло, и она все бронила и бронила воров, пока не осознала, что большинство из них – голодные дети. Она решила взять их в свои руки, накормила и учила их, и вскоре стала надеждой и опорой процветающего нового поколения. Вот так, остается счастливым и щедрой, мадам Навегрода дожила до преклонных лет, что лицо ее стало похоже на колено слона. И однажды смерть пришла за ней. Смерть, следуя протоколу, спросила, какой будет ее последняя просьба. «Не хотелось бы съесть одну самую последнюю грушу с моего дерева», — сказала она. «Будь другом, принеси мне ее». Смерть забралась на дерево за грушей и, конечно, оказалась в ловушке. Старушка решила никогда не отпускать смерть на волю, и с тех самых пор в мире полно невзгодов. Конец. Ясно? И в чем же мораль? В том, что бескорыстные оправдывают последствия эгоизма?
щедро порождает невзгоды? А, не знаю, это всего лишь детская сказка. Я просто подумал, что сама идея о том, чтобы смерть угодила в ловушку грушевого дерева, весьма интересная. Так о чем ты хотел спросить? Ну все тогда. Пошли дальше. Ой, тихо, я мог прокачать, улучшить, улучшить. Давайте, в принципе, прокачаем ХП. Или нет? Ладно. Качать для... хотя бы, чтобы воин высшего пилотажа у меня был открыт. И погнали. Так, мне теперь нужно... Ага, чуть меня не задел. Так, а как мне там проскочить так? Отлично. Просто великолепно. Так. Тайничок. Так, это монетка, которая нам нужна. Я могу на тебя запрыгнуть? Могу. Ой, ой-ой-ой-ой. Чего? У меня ваншот... Не, он меня не ваншотнул. О, новый клиент. Что случилось? Я там чуть не погиб. Собственно говоря, ты погиб. А? Но как? Меня зовут Кварбл. Кварбл? Твоему... к твоим услугам. Я тот, с кем ты никогда не познакомился бы, будь у тебя хоть какие-нибудь навыки. Суть в том, что у меня есть волшебное кольцо, позволяющее мне управлять пространством и временем. И как только ты окажешься на волоске от смерти, я появлюсь, остановлю события и перенесу тебя к ближайшему контрольной точке. Так, и в чем подвох? Ну, во-первых, ты все равно каждый раз будешь испытывать боль и агонию. А еще я заношу все твои долги в свою записную книжечку. И буду оставлять поблизости и подворовывать твою добычу, пока мы не окажемся на расчете, если... Так. Или пока мне не надоест. Я могу и позволить тебе умереть, если так тебе будет угодно. Похоже, мы заключили сделку. Рад, что мы сходим в мнениях. Что ж, двигаемся дальше. Тихо, ты типа... Ах ты говно. Я теперь понял, что ты делаешь. Хорошо. Ты думаешь, тебе удастся, да? Типа, что мне нужно только фонарики ломать? Давай, давай, проверим, насколько ты хорош. Стоять. А где контракт? Я думал, там, где я умру, будет что-то. Ладно, я хотя бы подхилился. Да? Мне нужно знать, он... Все, да, он ушел. А это значит, я могу вернуться сюда. Нет, нет, нет! О! Чтобы собрать вот эти вот моментики. Плюшки моментики. Бля, здесь нужно подумать.
Главное, что отхилился. Давай, давай, давай. Где там с ловушками? Ой, я ж прокачал, да? О, все отлично. А, так это кнопка драться, оказывается, у нас тоже. Альт. Ну чёрт. Звездочка полетела не так, как я хотел. Так, чекпоинт, отлично. Летом. Ага, здесь у нас показан проход. Допустим. Так, готово. Ага, вот так, да? А потом я сказал, слушай, либо носки, либо сандали. И то, и другое не вариант. Ой, прости, тебе что, расплющило? Да, похоже, что да. Ну, будет жрать все мои деньги. Всё, пчел, все. Уж уходить, я отхилился. И он реально жрет именно какую-то часть запаса. Отлично. Уходи. Звездочка. По сути, звездочка — это мощное оружие, но что-то оно не жестко работает. Все, все, ты пожрал, все, отставить от меня. Видишь, я хилки пью. О, хорош. Может, там идет, получается, у меня ограничение по времени? Мне кажется, это было бы самое разумное. Наверх, наверх. Ох ты ж, ё-моё. Тупой колдун. Думал, я его не грохну. Так. Ух ты, говнюк, косу у меня. Этого с боссом? Не битва с боссом. Отлично. Я думал, уже битва с боссом. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Просто ваншот. Ваншот, ванкил. Ага, мне еще нужно момент такой выбрать. Сейчас. Подождите, а куда мне идти потом? А, ну в принципе, присев. Пипец, скелет ускоряется. Знаешь, не тупой. Блин, а... Давай, 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 давай. Я, в принципе, мог там наверху зацепиться.
Да и все. В принципе, меньше мороки. Было бы меньше мороки. Ай. Ну, сюрикен хорошая штука, поэтому я ее ставлю. Первый удар у нас оглушающий, второй добивающий. Так, вниз. Так, у меня уже 250 душ. Мне бы прокачаться. Помешало бы. А, мост у нас не восстанавливается. Поехали. Хотя бы хилка есть. Вот насчет хилки это меня обрадовало. Это ж падающая платформа, разве нет? Ах вы зараза, я вас понял. Давай, давай. У меня сейчас одним хп не вышел. Главное не тупануть. Главное не тупануть и найти скилл. Очень... Блин, у меня сюрикенки были. Так, я отхилился, окей. Погнали прокачиваться. А ну-ка. Так, еще нужно, окей. Пипец, это получается, сколько здесь? Я только одну, две нашел за две локации. Улучшить. Да я хочу топ качать. Время из врагов падает, бла-бла. Можно хилку прокачивать. Это не дело. Чатик. Босс этого уровня. Благо тебе удалось добраться до выхода... До входа во владение некроманта. Что-нибудь посоветуешь? Об этом негодяю известно очень немного. Так значит, совета не будет. Для начала тебе стоит бы уклониться от всех его, похоже, на Элую магию. Ух ты, отлично помог. А еще я рекомендую тебе заглянуть в мой инвентарь и поискать полезные улучшения. Я очень ценю твою поддержку. Слушай, некромант появился здесь совсем недавно. Нам известно одно. Он планирует захватить мир, заручившись поддержкой армии нежити. Нам известно? Прости, я хотел сказать мне. Мне известно. Здесь нет никого, кроме меня. Так о чем ты хотел поболтать? Ни о чем уже, слушай. Все, погнали отсюда. А здесь сейчас должен быть босс. И благодаря этой армии нежити скоро все убоится великого Рокстина. Ну что же, еще. У нас гости. На гостей у меня нет времени. Зато у них, похоже, есть время на тебя. О, превосходно. Вот только соберешься поиграть в своей лаборатории зла. Мне что, напомни тебе, кто здесь главный? А если скажи что-нибудь грозное? Да постарайся не позориться нас, как в прошлый раз. О, я много тренировался, смотри. Злодей-ученик? Хе-хе. Кто посмел войти в мою логово? О, неужели это гонец? Похоже на то. И что теперь делать? Выкради свиток, конечно же. Хороший план. К бою! Узри могучую мощь Рокстина Великого.
А ты немного ростом. Будешь до конца приземляться? Ну я понял его, в принципе, атаку. Кроме вот этой. Ё-моё. О, чел, тебе не повезло немножко. Давай. ХП. Первый раз я не понял, но я не ошибусь на этот счет. Ай-яй-яй. Тихо. У меня 2 хп осталось. Нужно в центре оставаться, чтобы меня не зацепили. Пипить нужно. Молец. Отлично. Видите, если я не мог разрезать бы вообще вот атаки, мне пришлось бы их перепрыгивать только. Я сдаюсь. Минуту, я не сдаюсь. Все кончено, наши злые силы уже явно не действуют. Даже усыпь мы себе черепами с ног до головы. Ну и каким будет предложение? Я слушаю. Не знаю, просто надо что-то изменить. Например? Начнем с самонаблюдения. Что все это нам принесло? Нелепо. Я останусь при своем зле. Вот как? И как ты добиваешься хоть чего-нибудь, если я не буду держать тебя при этом в руке? Ну, я мог бы... То есть... Да, весьма неплохой аргумент. Что ж, стало быть, решено. Ступай, гонец, мы обещаем не причинять этому миру зла. Ты это сейчас серьезно, да? Ступай, гонец, мы обещаем не... И все? Здесь нету секретного диалога, ты на мне ничего не расскажешь. Ну ладно, погнали. У нас 2 хпшки осталось. Бамбуковый ручей. Давайте тогда на этом закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока.